новым сезоном вернулось 8 мификов из прошлых глав. Среди них есть и Томиган Майдеса, или Мидеса. И так правильно, но мне все же больше нравится первое. Так вот, что если я вам скажу, что этот Томиган не Майдеса? Так и есть. На самом деле это Томиган Джулс, просто по какой-то причине переименованный. Он имеет такие же параметры, но он все равно другой. И даже когда кого-то убивают с него, в чате пишется «убивает игрока при помощи ПП Джулс». Подписывайтесь и смотрите другие видео. Спасибо.